Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова Кирисаки Нека, и мы продолжаем делать наши увлекательные летсплеи. И сегодня у нас на повестке дня Grand Theft Auto 2 по 99 или 2000 года выпуска. Я, конечно, хотел записать первую GTA, но игра почему-то наглухо отказывалась понижать звук или вообще настраивать как-то видеографику. Ну, как графику, в смысле, имею в виду разрешение. И, в общем, это все вроде на видео нормально записалось, но звук, конечно, не очень, потому что игра просто наглухо меня заглушала. Но вроде GTA 2 более послушная в плане настройки звука. И, да, начнем нашу игру. Я, честно, не помню, я когда... В детстве играл, помню, на первом PlayStation, когда мы взяли PlayStation, одолжили у друзей. Там было пару дисков, там был, по-моему, GTA, да, и, по-моему, это была вторая GTA. Ну и, в общем, мне, конечно, запрещали в нее играть, потому что это был 2000 год, мне, по-моему, было около 7 лет. Но когда дома никого нету, у тебя есть PlayStation, ты просто себе берешь, вставляешь этот диск, начинаешь играть. Так, ага, вот как еще можно. Я вот не помню, здесь ты второй GTA тоже разворачивается в Liberty City, или это уже другой город? Так, welcome to the downtown, stick around, так, apart from natural sonnets, так. Ага, значит, здесь три банды, заебаться, лунис и якутцы. Ох, заебаться. Вот это название, блин. Так, нужна пушка и транспорт. Он даст мне и пистолет, и тачку. Ну, отлично. Поехали. Так, если хочешь знать, куда ехать, следуй за розовой стрелочкой. Оу, тихо. Тихо. Вот, кстати, я пробовал уже играть в первую GTA совсем недавно. И вот я играю во вторую, и, честно, разница просто огромная. Вот реально, вот Rockstar одна из немногих компаний, которые реально с каждой частью игры делают все только лучше. Эх, да, такая маленькая реклама, так сказать. Ну, гребаный Rockstar, сделайте Red Dead Redemption на PC, а? Нафиг мне ваш Лануар второй. Ну ладно, Були второго вы можете, конечно, сделать. Но лучше бы, конечно, Red Dead Redemption выглядит на PC. Так, ага, серый маркер, это там, где заебаться. Типа, выполняй задание, получи респект. Ну окей, что? Ой, здесь же прыгать можно, да. Ну, поехали на задание, чё. Тихо. Тихо. Давай! Тихо! Так, расскажи своим друзьям, что были подготовлены. А, ну, понятно. Типа у них тачки со смайлами. Окей, запомнил. Чёрт.
Пистол. Отлично. Ой, какие резкие фараоны. И не в ту сторону свернули. Ай, черт, мазафака, валим. Тихо. Цыц, цыц. О, отлично. Вуп-вуп. Еще раз. Валим. Оу, щит. Оу, щит. Fuck the police. На ребята назвали. О, черт, черт. Ты их догонишь. Все, все-таки догоняю. А, наверное, тачку ты чтобы разбил. Что ли рискнуть? А кто не рискует? Ну давай, где его там? Фаер. Черт, валим! Ноу! Фак! Жопа! Куда меня везут? Что за хрень? Пушку верни! Ах, заперто, а? Засраться. Оба! Колсы. Ну давай, копы, где вы? Куда они делись? Так нечестно. Что это было? Ладно. Надо пройти какой-нибудь. Тихо, ты кто такой? Давай, до свидания. Сильно в этой игре я смотрю. Может, надо было гамму подкрутить. А может, так задумал. Так, я не понял, что Сузи. Ты что, Сузи? И ты на меня пошел? А не, с пистолетом. Анархия. Не отдам я тебе свою мать. Ох, а помню, в детстве играл в эти GTA ради того, чтобы просто на машинках покататься, а не ввязываться в какие-то разборки питерские. Тихо. Все нормально. Блин, уже пистолеты в переизбытке было тратить. О, отлично, мисс. Что? За один патрон взяли и убили. Когда у него было целых 5 сердечек. Шикарно. Заебаться просто. Ну давайте, вы хотите разборок, давайте. Все, успокоились. Это скорая, блин, как автобус, блин. Ой, смотри, у меня рейтинг скинут. Как это, Лунис, да? Повысился, наверное, я Якудзу тут всех переубивал. Пистол! 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 Блин, уже три сердца. Надо пойти собрать, гадка чего. Пистол!
Wasted. Оба, армор. И машин, блин, шикарно, шикарно. Ладно, надо на Лунис, наверное, тогда поработать, раз у него максимальный респект. Прикольно, что умираешь, а деньги не забирают. А, блин, здесь же ограниченное количество жизней. О, я их так трачу, а. Надо, надо пройти. Он на башне. Да хрен тут пройдешь, меня тут окружают. Якузы. Оу, шик. Оу, шик. Унабаши. Та-ра-та-та-та. Ноу, ноу. Меня не поймаешь. Ну ладно, поймаешь, на. Кстати, в первой части что-то много мотоциклов светилось, а здесь что-то я ни одного не встретил. Ну. Ну и где? Ну и где этот маркер миссии? Надо машину бы взять, да? Ого-го. Все, надо брать тачку. ТВ-вэн. ВНД. Эч! А чё здесь целых три маркера? Типа, на разные респект миссии? Ой, ну попробуем с красненькой, давай. Sunnyside. Да, кажется, я уже не знаю. Что это у нас? Пистолет, УЗИ, иллюминатор. Как они все одинаково, рукоятка выглядит. Чисто насадки как будто разные. Вот пистолет, вот УЗИ, вот огнемет. Да, да, я слышу. Да слышу. Да нормчик, все, я здесь. Релакс. Такси-драйвер, маздай. Ладно. А с крыши можно себе? Нельзя. Ой. Не видно ничего, хоть глаз выпил. И карта бы не помешала. Черт возьми. Веселая кнопка, да? Прикол в том, что она еще и в первой GTA, кстати, есть. А в последующих GTA почему-то ее убрали. Дай мне тачку.
Ну и где ж там такси-драйвер, а? Давай! Дави, круши! Стоп, Опа, что-то в стрелочке забегалось. Я еще должен на ходу уничтожить. Так, ну раз... Куда? Ходуш из окна нельзя стрелять. Это, по-моему, только... Какое-то... В Сан Андреасе, по-моему, только ввели из окна. Ну не, в Vice City, по-моему, что... Да, в Vice City. Пардон. Как вы... Мистер ж назывался Маздай, нет? Будьте прокляты! Все, нахрен, миссии творим беспредел, пока не погибнем. А то, блин, Маздай, убиваешь и пофей. Хрена, фараон, не получится. Ого, какая быстрая тачка. Так, стоп, стоп. Что это за крест? Дабл дэмэдж! Ну и где копа? Дабл дэмэдж! Ой, это уже целых три копа. Давай! Дабл дэмэдж! Хоп, хоп, спецназ, спецназ, хоп, хоп, what the fuck. За один удар уложили, реально спецназ, ох ты ж. Сейчас, подожди, я пушку возьму. Вот так. Ай, ладно, ребят, я думаю, на этом будет все. Так что спасибо, что посмотрели этот... Короткий летсплей на тему GTA 2. Конечно, могут быть и получше. Потому что я вообще планировал первую GTA показать. Да и переснимал несколько раз. Но звук все равно остался горимый. И... Поэтому, ну если хотите, я потом его выложу, конечно. Но, в общем, такой вот выпуск. Да. Так что спасибо, что посмотрели, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если хотите, можете подписаться на канал, конечно. Я бы, конечно, хотел, чтобы вы подписались, но выбор-то всегда за вами. И, в общем, все. Пока.